Всем привет, друзья! Я думаю, многие из вас не используют протеиновые порошки, да, вы их даже не покупаете. Поэтому нам нужно все равно набирать массу. И я вам сегодня покажу максимально крутой, максимально белковый и максимально калорийный протеиновый коктейль в домашних условиях. Для этого нам понадобится творог. Это натуральный домашний творог, я его покупаю у молочников. Потом, следующее, это молоко. Следующее, это один банан средний. И следующее, одна большая ложка сахара. Итак, нам нужно положить 300 граммов творога. Еще, блин, я обожаю все рассыпать, короче. Это нормально. Потом нам нужно 2 стакана молока, это получается 500 миллилитров, потому что в одном стакане, блин, 250 миллилитров. Следующим делом мы должны будем закинуть банан туда и, естественно, 1 столовую ложку сахара, чтобы коктейль был у нас вкусный. Вы не удивляйтесь особо, я всегда так готовлю, у меня свинарник постоянно на столе, все падает, я криворукий. Итак, следующим делом, что мы должны сделать? Мы должны промиксовать все это дело. Итак, друзья, коктейль наш могучий готов. У нас получилось 1400 калорий и 65 граммов белка. Естественно, такое количество белка не усвоится за один раз организмом, поэтому вы можете выпить где-то 50 граммов белка, да, там, и отдать пол кружечки там маме либо девушке, пусть тоже попробует. Вкусная вещь. Теперь давайте посмотрим, сколько кружек я смогу выпить. Довольно сложно белковые продукты пить. Ну или есть, неважно. Если много переборщить с белком, да, сожрать его много, то можно пойти проблеваться в толкан. За здоровье ваше. Ну вот, короче, я выпил 3 кружки, осталось тут совсем на донышке. Поэтому эту капелюшечку можно отдать маме, либо папе, либо девушке. Пусть немножко подовольствуется вот этим, порадуется великолепным нашим коктейлем. Вот, а этот коктейль хорош чем? Его делать 1 минуту, а также пить 30 секунд. И не надо грести вот этой ложкой 300 грамм творога. И это очень много времени, потому что занимает. А так, спасибо большое за внимание. Я бы сказал, выпуск получился грязным, больше можно сказать свинотным. Поэтому поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Это бомба, протеиновая бомба, которая дает вам много калорий и позволит вашим биткам расти все больше и больше. Спасибо за внимание еще раз. Увидимся в следующем выпуске. Пока!